Доброй ночи. С вами ведьма Алена Полынь. И сегодня я хочу поговорить с вами о ритуалах на славу. Да, такие ритуалы и есть. Они помогают человеку добиться определенного статуса в жизни. Но я хочу предупредить. Такого рода ритуалы нельзя делать, если вы не находитесь на движении по социальной лестнице вверх. То есть, например, вы живете в какой-нибудь деревне Кукуева. Ничем таким не занимаетесь. Ну, например, работаете продавщицей в магазине. И при этом постоянно выполняете ритуалы на славу. Какая слава возможна в вашем маленьком городке или деревне? Негативного характера. И она вскоре у вас появится. Вас начнут преследовать сплетни, и вы прославитесь с не лучшей стороны. Поэтому ритуалы на славу подходят тем людям, которые двигаются по социальной лестнице, которые приобретают определенный статус, то есть уже чего-то достигли. Есть определенный ресурс. Остальным же я рекомендую делать ритуалы на удачу, на успех, но только в том случае, когда у вас есть на эти ритуалы определенный ресурс. Ресурс нужно наработать, изменить вибрации свои, чтобы успех и удача вас могли считывать. Не бывает по волшебной палочке, если вы все время находились в болоте, и вдруг в одночасье вы выпрыгнули. Надолго и стабильно. Возможно, кто-то подымет вас на удочке немножечко вверх, но этот кто-то что-то возьмет за это. Готовы ли вы отдать это что-то тому человеку? Будьте осторожны, берегите себя. Доброй ночи.